Сейчас я вам расскажу, что стало с главными героями сериала «Мёрзлая земля». Главная героиня Лариса Айдарова смогла отбиться от своего сожителя, и теперь женщина помаленьку возвращается к обычной жизни. Максим Чалкин оказался маньяком, который убивал девушек. Теперь его будут судить. Следователь из Москвы Орлов раскрыл дело и теперь возвращается обратно в Москву. Катя стала встречаться с парнем и едет со своей группой выступать на концерте. Влад попросил прощения у Кати за свои прошлые поступки и надеется, что когда-нибудь она его простит. Следователь Градова подставила своего коллегу следователя Семенова, а сама вышла сухой из воды. Хотя также сливала уголовные дела. Теперь вы знаете, как закончился сериал. Всем спасибо.